Я могу сказать, что я единожды соприкоснулся с человеком, который на тот момент, которому было 102 года, это был замечательный артист Зельдин. Я ходил к нему на спектакль, и он играл Дон Кихота, причем играл 2 часа на сцене, и потом с цветами я пошел, значит, к нему сказать спасибо большое и так далее. И он говорит, я тебе сейчас кое-что покажу, ты такого не видел никогда. Я говорю, что? И он достает паспорт, и в паспорте, где написано место рождения, у него было написано «Российская империя».